Пагадненне і дамоўленасцяў на 250 мільёнаў долараў падпісалі падчас інвестфоруму «Млын поспеху» прадстаўнікі беларускіх і замежных дыпламатычных арганізацый. Кіраўнікі прадпрыемстваў, банкаў, свабодных эканамічных зон на працягу 2 дзён знаёміліся з інвестыцыйным патэнцыялам Магілёўскай вобласці. На форум прыехалі прадстаўнікі 32 замежных краін – Росіі, Кітаю, Японіі, Польшчы, Венгрыі, краін Балтыі. У першыя гадзіны работы форуму абласныя ўлады заключылі шэраг дамоў і пагадненняў у сферах прамысловасці, сельскай гаспадаркі, гандлёва-эканамічных зносін. Адзін з прыкладаў – працяг сумеснага праекта з Венгрыі па вырошчванні насення кукурузы. Было нам предложено создать здесь, значит, совместное производство наших семян, значит, частично замещая импорт, частично перемещая сюда некоторые операции по производству. Ну и мы, конечно, с удовольствием пойдем на это. Интересные отрасли пищевой промышленности. У вас в этом есть определенные и большие успехи. И, ну, понятно, что Беларусь славится своим качеством. И те технологии, которые вы применяете, они очень близки и интересны нам. Программа форуму насыщенная. Працуют секции промысловости, сельской господарки, туризму. Особный пункт программы – белорусско-китайская бизнес-встреча. Головная мета – затекавить потенциальных партнеров и инвесторов. У нас есть уже несколько наработок по подписанию с Китаем соглашений, в первую очередь в торговле, поставки туда наших продуктов питания. Очень результативно работают наши несколько промышленных предприятий по созданию совместных производств, по выпуску машин, в первую очередь это машины для строительства, для жилищно-коммунального хозяйства. Сегодня это регион по условиям ведения бизнеса, так скажем, передовой наш, номер один. И это не просто слова вежливости, так есть на самом деле. Регион, который обладает промышленным потенциалом, развитым агропромышленным сектором, но самое главное, открытый к сотрудничеству, инновациям, инвестициям. Магілёўшчына открыта да дыялогу. Абласныя ўлады асабліва адзначылі, што гатовы індывідуальна сустрэцца з кожным, хто жадае арганізаваць свой бізнес на Магілёўшчыне і на справе паказаць, што гэта прыбыткова. Алена Салаёва, Віталь Алексеенка, навіны рэгіёну.